Меня зовут Юлия Шаверина. Я директор и хозяйка модельного агентства «Авант». Начиналось все это очень давно, почти 13 лет назад. И начинался как какой-то такой фан. Я попала в модельную сферу абсолютно случайно. Мы с подружками даже организовывали разные показы нашего знакомого дизайнера и тем самым набрали базу моделей. Мы начали делать кастинги по городам. Мы делали проект, у нас был, назывался Models Class. Делали какие-то общие городские кастинги, и на эти кастинги приходили модели, и мы вместе с ними делали такой мини-конкурс красоты. И победительницы этих конкурсов, они попадали в агентство. Тогда вот первая девочка, которую только я нашла, которая поехала в первую поездку в Париж, она на первой неделе моды выстрелила, попала в топ-10 newcomers. А тогда это было, ну, немножко другое. Очень сложно было туда попасть, потому что в те времена на показе было 80 или 90% топ-моделей и только 10% new face. И если ты попадаешь в топ-10 newcomers, это значит, что твоя карьера как бы будет в ближайшие, там, не знаю, 5 лет как бы успешна. У нас какая система? То есть у нас есть букеры. Сейчас скауты, по сути, не нужны, потому что все тебе пишут в соцсети, присылают заявки на сайты, подружка ведет другую подружку, есть модельная школа, которая отбирает, есть авант-кэмп, в котором тоже мы находим каких-то новых девушек. Соответственно, девочки делятся между букерами, которые в агентстве работают, но у нас не просто букер, который дает работу, они еще выступают в роли агента. Задача букера – привести модели, не знаю, организовать ее приезд, купить билеты, разместить модель, организовать тестовые съемки, собрать все это и уже обсудив там со мной план ее развития, отправить ее за границу работать. Да, модельная школа существует, и даже мы открыли модельную школу год 3 или 4 назад. И из этой модельной школы мы нашли Милену Литвиновскую, которая в том сезоне открыла Праду. У нас много девочек сейчас новых, которые работают постоянно тоже из модельной школы. То есть просто девочки приходят в школу не для того, чтобы стать моделью даже, а научиться ходить на каблуках, не знаю, как там, как мама, допустим, если бы у меня была дочка, наверное, бы я ей тоже советовала. Мы стараемся быть очень избирательны в плане имиджа. Да? Если перед тобой потенциальная топ-модель, и тебе приходят на нее какие-то хорошие опшены, на какие-то прекрасные, там, не знаю, на самые главные шоу, как Prada, Calvin Klein, Brian Schuller. Допустим, она выстрелила, она сделала эти показы. После этого начинается сезон кампейнов и журналов. Обычно, если девочка хорошего уровня, вот сейчас у нас Крис есть, Грекаева, да, то она снялась уже со всеми лучшими фотографами. И если она снимается, не знаю, с Крэг Макзином, Паоло Раверси, и в России кто-то просит ее с фотографом русским, то мы просто-напросто не можем дать, потому что это не ее уровень, потому что агентства, которые в Нью-Йорке и в Париже ей занимаются, они не дают ее, как бы, допустим, кому-то из Америки, ниже уровня, чем первая десятка фотографов. Мы сделали первый лагерь в 2015 году. Летом мы делали 5 смен, в 2016 мы сделали 3, и в этом году тоже планируем 3 смены. Соответственно, туда приезжают 10 моделей каждую смену. У них очень жесткое расписание, это абсолютно не тусовочный лагерь. Да. Подъем у нас в 7 утра, в 7, потом они идут в горку, горка 2 километра, да, занимаются йогой. Где-то час, наверное, целый. После этого спускаются на завтрак. После завтрака у нас обычно какие-то общие модельные дисциплины, дефиле или там фотопозирование, или какая-то лекция со мной, с букером про модельный бизнес. Питание разработано диетологом, но при всем при этом оно очень простое. Обычно за 2 недели кемпов все теряют там 3-4 килограмма. Ну, для меня самое главное все-таки внешний потенциал, да, то есть когда ты видишь перед собой девочку, неважно, умеет позировать она или она совсем стоит и стесняется камеры, а если внешне, ну, как бы внешне, ты смотришь на внешность и сразу говоришь, что да, она звезда, и у нее есть шанс сделать карьеру топ-модели, либо такого шанса нет. Просто вопрос в другом, в том, что будет эта девочка топ-моделью или нет, это зависит исключительно от опыта и от ее характера, от того, как быстро она сможет, не знаю, сработаться с людьми, как быстро она сможет полюбить камеру, и камера будет любить ее, и как она сможет, не знаю, завязывать контакты за рубежом, потому что те же самые показы, которые они делают, вот изначально там Прада, да, в том сезоне мы букировали из Москвы 3 девчонок на эксклюзив Прада. И возьмет ли девочка Праду второй раз,
зависит уже исключительно от нее. То есть Крис, по сути, она когда пришла на преду, она не говорила по-английски абсолютно, но при всем при этом она всегда так улыбается, да, и ты как бы очарован ее улыбкой. Не зная даже ее характер, как бы она уверенно идет, и она все понимает. То есть у нее, допустим, есть такое чутье, она смотрит на других девочек, что они делают до, и как бы повторяет, даже не зная языка. Сейчас кастинг-директора стали безумно значимы. И при всем при этом они тебе не дают дальше такой поддержки, как это было раньше. То есть если раньше был Рассел Марш, который отбирал на Праду девочек, и после этого, там, допустим, девчонки ходили на Праде, он сразу же там эти фотографии отправлял Стивену Мейзелу и сам делал звезду. То есть сейчас кастинг-директора, они пишут всем материнским агентствам, они присылают тебе запрос на, там, не знаю, на 20 моделей и просят держать их полгода, никому не давать, и чтобы у них не было никаких кампейнов. И если ты это как бы не сделаешь, что они на тебя обидятся и потом могут, там, не знаю, заблокировать кого-то. И сейчас возрастной ценз как-то он ушел, и в 25 можно стартовать, и в 27 девочки стартуют. То есть нет такого, как раньше. Когда мы начинали, у нас было 21 год, это все, конец. Мало кто из западных агентств бы взял девушку, которая 21, или там 22 тем более. Но я люблю начинать, когда девчонкам, допустим, 14-15 лет, когда у тебя есть 2 года до 16-летия, потому что с 16 лет можно, допустим, работать во Франции как взрослый человек, как-то где-то их развивать. Потому что для русских очень важно, не знаю, поездить по миру перед тем, как ты сможешь стартовать в Европе. Конечно, следим, с ними много беседуем, у нас есть даже, там, не знаю, в модельной школе там рассказываем, как вести Инстаграм правильно, какие фотографии выкладывать, что ты должен там всех отмечать, на этих фотографиях всем всегда спасибо говорить. И, в принципе, ты можешь сделать какие-то выводы о том, что из себя модель представляет, увидев ее Инстаграм. Мне нравится иногда как гламур, допустим, я Саше всегда Луз говорю, давай там побольше гламура, но это не ее история, да, несмотря на то, что она, в принципе, более такая коммерческая красотка, она не любит какие-то гламурные фотографии, там, бикини или что-то еще. Да, она любит читать книжки и делать какие-то там большие комменты. Мы стараемся объяснять, что тебя клиент не взял не потому, что ты страшная, да, и не потому, что там, не знаю, ты толстая, а просто потому, что сегодня, не знаю, у него может быть плохое настроение, возможно, там у него кто-то умер, или он вообще не хотел тебя видеть на кастинге, потому что ты брюнетка, он хотел блондинку. Должна быть какая-то такая работа, когда ты к отказом относишься абсолютно спокойно, это не воспринимаешь их лично. И девчонки очень часто сдаются, да, то есть, которые там Fashion Week делают, вот она там пахала в зале, а не сработало что-то, да. И получается это потому, что она начинает все на себя примерять, вот из-за того, что я такая плохая, наверное, я неуспешная. А если она просто подумает, что как бы, ну ничего страшного, в следующий раз получится, как у Луз, то же самое, да. У Саши было такое, она просто надолго не могла похудеть. И когда вот последний Fashion Week перед ее взлетом, перед ее первым эксклюзивом Диора, не хотели ее брать. То есть миланское агентство сказали, нет, мы не будем брать ее на показы. И ты, соответственно, тоже можешь надавить на агентство и сказать, ребят, давайте еще раз попробуем, там у нее нет минуса в агентстве, или мы там сами авансируем ее билет. Она приедет, вы попробуете, покажете, и может быть что-то произойдет. И так тоже было неоднократно. Девочка приезжала, ничего не делала, потом уезжала, потом ехала, не знаю, в Сингапур, в Австралию, работала над своим характером, возвращалась и что-то делала.